Итак, всем привет, дорогие друзья. Я думаю, вы уже поняли то, что я делаю обзор на новое дополнение, которое выйдет в ноябре 2018 года для ARK Survival Wolf, называется «Вымирание». Итак, что мы видим? На первых кадрах мы видим заброшенный город из, разумеется, из тек-построек. Видим всякие голограммы, показывающие на статус планеты Земли. Масты и вон всякие. Разумеется, много всяких экзотических растений. Все, разумеется, заросло. И на какой-то фиг вот в этом кадре мы видим то, что на руке имплант от альфа... этого... от альфа-надзирателя. На какой-то фиг именно его имплант. Ну и почему-то взялся Рекс. Возможно, этот выживший убил этого надзирателя и сразу попал на вымирание, а не на выжженную землю или аберрацию. Потому что после убийства Роквелла на аберрацию у нас был совершенно другой имплант. И в отсылке на данное дополнение, там тоже, когда мы попали на планету Земля, там был какой-то зеленый другой имплант. Возможно, вам, друзья, те, кто убил Роквелла, обновят импланты. Возможно, но это не точно. Вот видим тут какие-то штуки всякие летят, скорее всего это дроны были. Вот видим гигантозавра, который увидел такого вот тек-существа. Судя по всему, это динозавр, но он умеет телепортироваться, ползать по скалам, как Дрейк. Ну, это не совсем динозавр, это что-то созданное. Непонятно кем. Это вот мы тут видим вирус, который напал на планету Земля. Типа зараженный элемент. И он поглощает всю планету. И в руках игрока судьба этой карты. Мы можем попытаться спасти планету Земля. И вернуть на ней жизнь. А, еще вот, да, вот можем управлять данными дронами. Это, разумеется, будут новые технологии и вкусняшки с этой карты. То, что управляющие дроны, которые можно разведывать и все прочее делать. Тут видим, как GPS сходит с ума возле синего обелиска. И да, разумеется, новый босс. Там, кстати, вот тут вот мы можем заметить то, что его тут... поглотил элемент, так скажем, немножечко вот тут вот в углу. Его заразил элемент. Разумеется, это мутант. И что могу сказать? Планету Земля поглощает вот такое вот заражение. Это изображено на знаке АРК. И я не знаю, возможно, будет трудно выбраться, как и собираться с этой карты. Возможно, нет. Но говорят то, что будут всякие титаны, которые доминируют типа на этой карте. Их надо будет убивать как мини-боссов. Они, скорее всего, будут охранять обелиски. Но это не точно. Возможно, их будет штуки 3. 1, 2, 3. Возможно. Или смотри, может быть будет 2 титана и что-то такое особенное. Хотя я не знаю, но их должно будет такое нормальное количество быть, боссов этих. Ну что, будем ждать, разумеется, дополнения. Говорят, карта будет очень большой. И самое прикольное писали то, что это планета Земля с тек-снаряжением, вот с этим всем заражением. Это и начало, и конец истории, эта карта. Тут, то есть нам тут дадут много информации и о начале всего нашего путешествия, и о конце, какого хрена мы попали на Айленд, и так далее. Все нам тут обоснует. Поэтому покупайте это дополнение, не пожалеете.
Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутон Паут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши комментарии и предположения. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутон Паут. Всем до скорых встреч, всем пока.